Эффектное кресло в форме шара, платье, круг и другие необычные функциональные предметы привезли в Новосибирск. На выставке финского дизайна можно увидеть и тренды, созданные десятилетия назад, и то, чем живут финны сегодня. Подробности у Вероники Ивановой. Почти камерная белая галерея кинотеатра «Победа» сегодня вмещает огромную выставку финского дизайна. Хотя в ней всего 32 экспоната, это крупнейшая экспозиция, которую когда-либо привозили в Россию. Эти птицы – это декоративные предметы, и Ойва Тойка, который их сделал из стекла, он их выдувает из стекла, затем… Значит, раскаленное стекло, подогретое стекло добавляется и делают из него головы, и они выглядят очень пластично. У каждой птицы какой-то свой характер угадывается. Восприятие финских мотивов – природных, цветочных, древесных – должно быть понятно. И российскому посетителю именно это объединяет две культуры. У нас на финском языке есть даже такая поговорка. Мы очень часто используем это «Сибирь научит». Мы говорим на финском «Сибирь научит». Это значит, что вот такие тяжелые климатические условия требуют от человека творчества. Футуристическое для середины прошлого века кресло-шар. Сделанное из самых передовых материалов. Здесь используется стекловолокно. Тогда из него мебель почти не делали. Сегодня же обычное дело и элегантная форма уже стала классикой. Ну а что касается этого экспоната, даже сложно предположить, что же это могло быть. Занавеска или какой-то арт-объект. На самом же деле это платье. Вот такие очень интересные и необычные модели создавали в середине прошлого века. Дизайн в Финляндии – это в том числе и функциональность вещей, и способ улучшить жизнь обычного человека. Яркий пример – материнский пакет. В 40-е годы его выдавали в женских консультациях. Это все, что нужно на первое время для ребенка после родов. Получить его стремились, следовательно, к врачам приходили чаще. Детская смертность снизилась, ну а потом коробку, в которой и выдавали пакет, можно было использовать в качестве люльки. Нашел свое отражение финский дизайн и в кинематографе. Шею принцессы Леи в фильме «Звездные войны» украшало ожерелье финского дизайнера. Потрогать этот экспонат не удастся, но посмотреть можно до 22 апреля в Белой галерее кинотеатра «Победа». Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!